Обнинская детская школа искусств номер 2, созданная в 1981 году, 27 февраля отметила день рождения. К праздничной дате образовательное учреждение получило замечательный подарок от известного скульптора Сергея Лопухова – бюст композитора и пианиста Николая Метнера. Знатоки истории русской музыки называют Николая Метнера одним из последних композиторов-романтиков и ставят в один ряд с Александром Скрябиным, Сергеем Рахманиновым, Сергеем Прокофьевым. Я очень люблю музыку Метнера. Во-первых, эта музыка исключительно глубокая, она очень лирическая, она очень серьезная, она, так сказать, обращает человека внутрь себя. Потом эта музыка глубоко русская. И вот это все мне очень дорого. С Обнинской землей у Николая Карловича установилась тесная связь. Он не раз бывал в гостях на даче Маргариты Морозовой, где проходили музыкальные вечера. Здесь он познакомился с Анной Трояновской. В 1919 году по ее приглашению вместе с супругой поселился в усадьбе Бугры, где жил вплоть до отъезда в 1921 году в Германию. В Буграх композитор написал ряд произведений. «Я русский композитор. Я родился в России, вырос на русской культуре. Говорю по-русски, думаю по-русски», – писал Метнер, живя за пределами родины. Сегодня у нас очень разнообразная программа, не только я буду в концерте, мои друзья тоже участвуют. И программа наша называется «Метнер и русская музыка». Значит, сначала прозвучит альтовая соната Глинки, потом прозвучат романсы Чайковского, потом прозвучат прелюдии Рахманинова, потом будут вокальные миниатюры Метнера, и в конце будет тоже очень редко исполняемое произведение, две пьесы для двух фортепиано Николая Карловича Метнера, которые называются «Русский хоровод» и «Странствующий рыцарь». Со сцены прозвучали заявленные в программе романсы. Зрители с волнением впитывали красоту созданной атмосферы искусства, великолепное сочетание вокала со звуками фортепиано. В завершении концертной программы обещано виртуозное исполнение Сергеем Тереховым и Ксенией Озеровой двух пьес Николая Метнера. Музыка Николая Метнера наполнена лирикой, драматизмом, философичностью, где-то пасторалью. Действительно получается собирательный образ русского народа. И это далеко не полный перечень смысловой и звуковой палитры красок, которую композитор выразил в произведениях малой формы. Зрители остались под большим впечатлением от этого замечательного концерта. Елена Филина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.